выполненный по программе Android One смартфон Xiaomi Mi A3 замечен в прошивке MIUI 10. Как пишет источник, одному из пользователей известного форума Xtad Developers при изучении прошивки MIUI 10 для смартфона Xiaomi Mi 8 удалось найти упоминание нового устройства, выполненного по программе Android One. Дело в том, что все такие смартфоны имеют слово Sprout в названии. Так, кодовое обозначение моделей Mi A1, Mi A2 и Mi A2 Lite, Tissot_Sprout, Jasmine_Sprout и Daisy_Sprout. А новая модель обозначается как Orchid_Sprout. Вывод напрашивается сам собой, Xiaomi работает над новой моделью программы Android One, и это скорее всего Mi A3. Увы, никаких подробностей о характеристиках Mi A3 не сообщается, кроме того, что в смартфоне, в отличие от предшественников, будет NFC, поставщиком модуля является компания NKPEP. Следует напомнить, что совсем недавно в сети появились предполагаемые характеристики Mi A3. Аппарату приписывают соуси Snapdragon 675, аккумулятор емкостью 4000 метров, а чей тройную основную камеру с датчиками разрешением 20, 16,5 мп.